У нас ожидается участие 9 команд КВН. Это 7 школьных команд КВН, школьный дивизион и 2 студенческие команды. Это ребята из Канского района, село Анцирь, Филимоново, Бражное, Чичиул. Также мы ждем всех в Дом культуры села Чичиул 12 ноября в 18 часов. И вопросы по билетам можно задавать по номеру телефона.